компактный кустарник высотой до 0,6 метра с округлой кроной диаметром до 1 метра. Побеги прямостоящие, обильно облиственные, жесткие. С ранней весны листья золотисто-желтые, летом желто-зеленые, осенью красно-бордовые. Цветет в VIX розовыми цветами. Спирея японская сандроп – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей, миксбордеров, газонов. По типу ствола спирея японская сандроп можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания спиреи прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает спирея японская сандроп в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Лист этого прекрасного растения по форме продолговато-яйцевидный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.